Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, подписки, лайки, колокольчики, поехали! Итак, вчера мы с вами посмотрели первую ручку этой клиентки. На этой клиентке мы с вами выполнили коррекцию, разобрали кое-какие моменты. Очень интересные, очень важные на самом деле, поэтому вернитесь, посмотрите, если вы вдруг не видели. Сегодня же мы просто сделаем на второй руке дизайн. Итак, рисуем белый френчик. На среднем и безымянном пальчике, в принципе, не сильно стараемся вывести линию улыбочки, потому что эти пальчики у нас будут практически полностью закрыты в дизайне, поэтому где-то какие-то косяки по улыбке видны совершенно не будут. Поэтому на этих двух пальцах можно не стараться, на остальных лучше все-таки постараться. И если вы хотите нарисовать френчик густой красочкой, то лучше все-таки перекрыть финишным покрытием основной ноготочек, чтобы красочка скользила лучше, потому что так будет намного проще рисовать. Далее этой же белой краской создаем подмалевки для будущего нашего узора. Делаем крупные такие элементы, которые станут основой для вензелей. Сейчас мы эти элементы нарисуем, потом затрем пигментом. Пигмент заставит наши вот эти вот штучки сиять изнутри. И сверху после финишного покрытия мы сделаем прорисовочку. На самом деле дизайн безумно простой. Вот такой вот маникюр для ваших клиенток будет простым, быстрым и для вас легко выполнимым. С таким маникюром справится даже самый начинающий мастер. Здесь нет никаких очень сложных элементов. Все элементы довольно-таки крупные, поэтому попробуйте обязательно. И давайте этот дизайн с вами попробуем отработать в моей группе Telegram. Ссылочку на нее оставлю вам в описании. Да-да, я завела в Телеграме группу, теперь там довольно-таки интересно, присоединяйтесь, там и ученики мои, и еще много всяких разных людей, уже довольно-таки большая аудитория, поэтому присоединяйтесь к нам, у нас там весело.
Ну а теперь осталось прорисовать. Смотрите, подмалевки у нас получились не очень-то аккуратные, потому что, как я говорила, по опиленной поверхности рисовать моей красочкой довольно-таки проблематично. Она ложится не очень хорошо, но после перекрытия финишем, после того, как мы все это просушили, мы прорисовываем мелкие элементы, которыми поправляем не очень аккуратные края наших подмалевков. И, собственно говоря, после выполнения всей вот этой ажурной мелочухи, дизайн становится чистым, аккуратным, очень воздушным, очень кружевным и безумно интересным. Мелочух стараемся напихать побольше, стараемся все возможные места забить тоненькими красивыми вензельными элементами, для того чтобы опять же создать такую резную поверхность, создать ажур на ноготочках, для того чтобы наши ногти смотрелись волшебненько. Ну и поскольку на рисование вензелей можно смотреть бесконечно, в этом месте я хочу напомнить вам о том, чтобы вы не забыли подписаться на канал и поставить лайк этому ролику, потому что я для вас очень сильно старалась, и такой дизайн действительно заслуживает отдельных комплиментов.
Итак, вот такие вот волшебные резные ногти у нас получились. Они действительно смотрятся безумно объемно. Они действительно смотрятся, как будто вырезаны в проекции ногтя. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте присоединиться к нам в Телеграме. Не забудьте поставить лайк этому ролику. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!